Дорогие друзья, всем привет! И рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня у нас очень интересная закуска. Пакора. Это индийская кухня. Индия, вы сами знаете, пряности. Но берем любые ваши любимые. У меня это куркума, паприка, копченая паприка, смесь перцев. Можно добавить карри, кориандр, гвоздику. Так, здесь у меня пшеничная мука и рисовая мука. Соль и пряности. Все это я соединяю. Сегодня у нас пакора из тыквы. Можно сделать из лука, из кабачков, из цветной капусты. Есть два вида приготовления этой закуски. Или сделать кляр, или в яйцах. Сегодня у меня второй вариант. Два яйца взбиваю щепоткой соли и пряности. Так, включаем плиту. Сразу говорю, жарить будем во фритюре. Ну, во-первых, средний огонь нам надо. Масло у меня чистое, вы как видите, в него можно смотреться, как в зеркало. И мы будем использовать бумажное полотенце. Это не то масло, где жарят на улицах черное. Это чистое, хорошее масло. Так, думаю, яйца у нас готовы. Так, будем так. Мука, яйца, мука. И будем обжаривать. Сегодня у меня такая великолепная тыква. Посмотрите, какая это красота. Как так? Можно при помощи овощечистки, но я ложкой, просто ложкой соскабливала эту массу. Посмотрите на эту красоту. Так, ставим ее сюда, вам видно. Подготавливаемся, масло греется. Вы не забыли, мука, яйца, мука. Так, тарелочку для презентации и обязательно бумажное полотенце. Сразу выкладываем на бумажное полотенце. Ждем, когда нагреется наше масло. Давайте мы немножко увеличим. А жарить надо при средней температуре, чтобы внутри начинка прожарилась. Потом мы уменьшим. Давайте, смотрите, берем тыкву, мука, яйца, мука. Масло у нас еще немножко холодное, но мы пока давайте с вами сделаем эту процедуру. Давайте на маленьком попробуем. Видите, масло еще холодное. Продолжаем. Вот, посмотрите на масло. Вам видно? Начинает жариться. Но масло еще не нагрелось. Мы с вами пробовали, немножко ждем. Так, выбираем красивую тыквочку. Вот, посмотрите, как начался уже процесс жарки. Все, давайте, я думаю, масло нагрелось. Вытираем. Пока у нас обжарится, готовим новую партию тыквы.
Так, я думаю, наша тыква готова, первая партия. Поменяем местами и достаем. Накладываем бумажное полотенце и сразу выкладываем. Все, выкладываем. Пока у нас там партия жарится, выкладываем. Посмотрите на эту красоту. Хрустящая корочка. Можете приготовить свой любимый соус или как самостоятельное блюдо. Это очень вкусно и просто. Вы посмотрите на тыкву. Ой, ой, только катаются они. Посмотрите на тыкву с другой стороны. Посмотрите, какая это красота. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!